У каждого человека есть семья, есть друзья. У Игоря Михайловича есть еще вторая семья, это динамовская. Это клуб «Динамо Киев», которому он посвящает, наверное, больше своего времени, своего здоровья. Ігор Михайлович повністю посвятив себе команді «Динамо Київ». Він зранку до вечора, я рахую, займається тільки командою. Київська «Динамо», прежде всего, это, я думаю, его жизнь. Потому что он целиком и полностью отдается клубу и старается делать все для того, чтобы команда процветала. Вот для него это, наверное, как жизнь, его детище, то есть как маленький ребенок, то есть он постоянно пытается холить и лелеять его, да, всячески защищать и оберегать. В это нелегкое время, на самом деле, он делает, может быть, даже больше, чтобы клуб чувствовал себя уверенно даже в завтрашнем дне. А это, поверьте мне, очень сильная черта характера, да, что если человек сказал, то он делает. Він максималіст. От він хоче виграти. Ми от, він сейчас, чому ми не виграємо, чому ми не виграємо, чому ми не можемо виграти. Чому? От я рахую, що це дуже хороша риса характеру, і тому оцю свою... Є такий настрій, дух свій він передає хлопцям, тому що вони тільки перемагали. Все, за що він береться, він старається робити правильно, качественно і, в першу чергу, професійно. Стремлення постійно бути першим, постійно побіждати. Я думаю, що для чоловіка у руля такої машини – це дуже важливо. Щоб не тільки перша команда существувала, чтобы развивалась академия, чтобы развивалась наша школа, наши молодые ребята. И это очень дорого стоит, и это характеризует то, что на самом деле он сильный человек. Бажаю вам само собой, ты само основное в житті, це є здоров'я, терпіння, і щоб під вашим керівництвом «Динамо Київ» виграв Лігу чемпіонів. Ми постараемся, щоб ви на іграх сильно не волновались и не переживали. Дай Бог вам счастья, здоровья, вам, вашей семье. Только побед, как в профессиональной сфере, так и на жизненном пути.